Всем привет, дорогие мои друзья! Всем привет! Массимо Дичи, всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы приехали в Неаполь, чтобы забрать милашку. Милашка уже на свободе. Все у нее хорошо, слава богу. И, конечно, сразу же сегодня приехала на экзамен. Ей нужно сдать экзамен один, и она сегодня его приехала сдавать. Письменный был экзамен, поэтому она нас где-то ждет на дороге. Мы сейчас туда едем. Эверо Массимо? Да. О, он уже и по-русски отвечает, да? Да. Да. Как дела? Как дела? Como se responde? Как дела? Как дела? Хорошо. 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 Здесь такая пасмурная погода сегодня. Ну хорошо, хоть дождя нет. Но нас где-то ждет. Ну и в Неаполе, как всегда, бывает побольше поток машин, чем в нашем городе. Неаполь большой. Я его очень люблю. Эверо, тебе нравится Наполи? Come no, bellissima Napoli. А он терпеть не может сюда приезжать. Наполи. Наполи, Наполи. Наполи, Наполи. Да, си. Мели. А, quella? Нега. Questo giubbino. Вон она стоит. Ты как ниндзя. Ты как ниндзя. Ты как черепашка-ниндзя, мил. Фанфредо. Фанфредо. Замерзла? Добрый день, дорогие мои друзья. Меня зовут Жанна. Я всех приветствую на своем канале. Особенно я приветствую своих новых зрителей, подписчиков, кто на меня подписался совсем недавно. Я вижу, что увеличиваются зрители моего канала, и я очень рада, и поэтому добро пожаловать ко мне на канал. Смотрите меня, пожалуйста, может, вам будет что-то интересно. Ну, я думаю, что вам будет интересно тем, кто особенно не живет в Италии, посмотреть, как живут здесь такие, как я, которые много лет приспосабливаются к жизни итальянской. Сейчас я нахожусь на работе и буду готовить для своих ребятишек мясо, мякоть, говядину. Вот такая у меня говядина. И буду я ее готовить в томате. Я вам все покажу, поэтому продолжайте смотреть. Так, начинаем готовить. Наливаю оливковое масло, зубчик чеснока. Сразу подсаливаю масло, чтобы оно потом не брызгало. Нагреваю его до горячего состояния. Когда нагрелось масло, я выбросила этот зубчик чеснока и положила туда мясо вот так, чтобы оно слегка обжарилось снаружи, только до корочки. Оно просто очень сильно шипело, и поэтому я не стала снимать с шумом этого шипения. Быстренько его вот так обваляю и потом залью его этим томатом. Так. Сейчас я туда высыплю немного орегано. Опять помешаю. Оно должно вариться долго, поэтому я его уже должна была поставить. Вот так. Все. Закрою еще чуть-чуть и потом вылью туда горячим. Я подогрею отдельно в кастрюле томат и залью его горячим томатом.
Ну вот, смотрите, я уже мясо добавила в этот соус, и теперь оно у меня варится минут 40, около часа. Потом я проверю ножом, чтобы он вошел в мясо мягко, значит, мясо уже сварилось. И потом я им сделаю пасту, которую я полью также вот этим соусом, и мясо у них будет на второе. Так, паста готова, поливаю оливковым маслом. Мяско тоже готово. Слегка подсыплю сыр. Ну, потом еще обязательно каждому в тарелочку. Это просто, чтобы немножко он уже взял вкус этого сыра пармиджана, пармезана по-русски. И все, и потом они подогреют, конечно, потому что я делаю заранее. Они будут очень голодные, придут, и мама положит, микроволновки разогреет, польет этим соусом, опять посыпет сыром. Кто хочет, еще масло сверху оливковое свежее, это они делают обязательно всегда. И все, и приятного аппетита. Будут кушать с удовольствием. Видите, как сыр тает уже там внутри. Бывает очень вкусно. Снова я. Ну что, закончился мой рабочий день. Я работаю в день по 5 часов, если еще кто-то не знает. Какие-то дни, 2 раза в неделю я работаю после обеда. А 3 раза в неделю у меня 5-дневка. 3 раза в неделю я работаю с утра до часу, до 12:30. Такой, до обеда, в общем. И все, и сейчас я уже еду домой. Начнется домашний рабочий день. Дома мы тоже не отдыхаем. Как обычно, домашние дела. И все такое. У нас сегодня, видите, какая погода? Солнышко. Солнышко. Я еду по задней стороне дороги, чтобы было покороче. Поэтому здесь... даже показать вам нечего. Поэтому смотрите на меня. Сейчас я по дороге. Здесь я сейчас самая привлекательная. По дороге я самая тут привлекательная. Поэтому смотрите на меня. Спасибо вам огромное, что были со мной. Что смотрели меня. Ну, а я буду прощаться с вами, дорогие мои друзья. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки и, конечно же, комментировать. Я всегда жду ваших комментариев. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Пока-пока.